31 марта в Иванове стартует 11-й благотворительный марафон «Ты нам нужен». Его девиз в этом году – «В ритме большого города, в ритме доброты». Прием заявок на оказание помощи уже начался. За 4 дня к организаторам обратились 50 семей. Прием заявления на оказание благотворительной помощи в рамках марафона осуществляется по адресу город Иваново, площадь Революции, 6, кабинет 112. К заявлению прикладываются копии медицинских документов, подтверждающих необходимость назначенных медицинских препаратов, специального питания, реабилитационных процедур и срочного операционного лечения. Благо, получателям требуются в основном дорогостоящие лекарства, которые показано пациенту, а бесплатно их не предоставляют. Детям с диабетом, например, каждый месяц необходимы расходные материалы для инсулиновой помпы. Благотворители могут перечислить средства на расчетный счет Фонда содействия развитию городу с пометкой «Марафон» или с указанием конкретной фамилии ребенка, в случае, если помощь адресная. Перевести деньги можно будет также через смс-сообщение или опустить купюру в апельсинометр. Одна из целей марафона не просто собрать деньги, да, помочь детям, хотя это главная наша цель, а все-таки привлечь внимание общества к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, сделать наших детей, подрастающее поколение, добрее, восприимчивее к проблемам, которые испытывают другие дети. Сопровождать мероприятия в торговых центрах города будут десятки волонтеров. Ярмарки, концерты, мастер-классы, фотозоны. Организаторы обещают настоящий праздник для всех. Его главными героями станут дети, которым так важно чувствовать себя нужными. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.